Берегись волков, если отправишься на высокий Хродгар. Да, воистину странно, когда монахи такое делают. Интересно, что это значит? Мне нравится тут наверху. Идти по ступеням, рассматривать символы, размышлять. Да и поохотиться заодно не повредит. Они не принимают посетителей, но я никогда не поднимаюсь так высоко. Некоторые паломники туда ходят, оставляют им еду и все необходимое, но не ведут беседы. Ладно. Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Тогда пойдем.
Нужно что-то? Я была у Айверстеда, когда это случилось. Удивительный момент. Ничего подобного уже много веков не было. Просто паломница. И хватит этого, если ты не против. Иду по ступеням, созерцаю символы, размышляю. Я каждые несколько лет это делаю. До встречи.